готовы к путешествию нашему. Да, мы едем в Киев. Длинному. Нам ехать часов 9 до Киева. Да, вот. Донецкой области. Детишки там уже. Ну, сейчас мы еще, конечно, на почту заедем, потому что надо еще до работы доработать и будем ехать. Да, машину помыли. Да, чисто. Чисто, но на улице дождик прошелся. Ну что, счастливой нам дороги. Да, нет. Все, мы проехали блокпост. Поставили GoPro-шку. Ну ничего страшного, по дороге послушаем. Детки там уже жмут еду. Тормозов жмут. Вот. Ну все, едем прямо. Правда, погода сегодня такая. Ну да, туман. Ага. Все, будем снимать вам интересные пейзажи. Выезжаем с нашей Донецкой области. Езжаем в Днепропетровскую область. Я вообще класс. Вот. Сейчас можете обратить внимание на контраст дорог. Когда выезжаем в Донецкой области, дорога хорошая, въезжаем в Днепропетровскую область, дорога сразу становится резко плохой. Не, ну это же дороги делали евро 2012, когда это было тоже лет 7-9 лет назад. Даже 10 лет назад, потому что подготавливали к евро 2000. Не, ну все равно такой вот контраст. И когда выезжаешь с Днепропетровской области, въезжаешь в Полтавскую тоже. Вот мы ездили недавно, да, вот было, что контраст такой сразу. Ну, да, вот в Днепре слева плохая дорога, а в Полтаве уже хорошая. Вот, ну просто, может, тут тоже скоро все поменяется. Все, Донецкую область мы проехали. Вот начинается Днепропетровская. Сейчас мы поприветствуем ее. Делаем фа-фа-фа. Вот смотрите, вот видите, полосочка, хорошая дорога. И опа, все.
нас остановочка. Да что с остановочкой? 3 часа едем. Уже проехали почти 250 километров. Хочется пойти попить. Одеваешь ты шапку, кто там со мной пойдет? Шапку одевайте, куртки. Ну, куртки не знаю, можете это... Жить аварийку на всякий случай. Вас снимать, как вы это делаете? Да, попробуйте, снимите. Так, а мы все еще едем и едем. Сейчас наша мама делает нам на ходу бутербродики. Детишки сзади уже кушают, да, Славик? Ага. Владик, Славик. Мы едем. Ладно, все, давай. В каком-то селе едем. Ну, я тебе еще готова давать. А, давайте. Владик, подержи камеру. I'm ready. Ну, видите, какая красивая церковь.
обычно мы когда приезжаем часов 5-6 вечера, такие пробки огромные вообще. Ну да, Киев. Время половина десятого. 2 часа выехали с нашего города. Я думала, что час ехать, я вот сейчас вот Киев, в Киеве. Приехали. У нас блогер, конечно, такой от Бога. Да, я таймлапс случайно нажала. Не дай Бог, или от Бога. Да, блогер, не дай Бог. Вот, мы 9 часов ехали.
И вот мы наконец-то вот и припарковались. И вот, короче, в общем, уже наконец-то. У подъезда стоим. Сейчас же. Ух. Конечно, тут красота. Там, конечно, сосны, и надеюсь. Наконец-то. О, бабушка Валя. Привет. Здрасте. Привет. Ну, я сейчас пойду еще вещи носить. Мы это сделали, мы приехали, мы молодцы, мы герои.